Хей, йоу, я с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2 DLC. Ой, блядь, а я не помню DLC. Кажется, Хаммерлот открывает сезон охоты, если не ошибаюсь. А, да, вон, Хаммерлот, да, Хаммерлот. Зачем выбирать мертвых, если можно купить пушку у меня? Так, что нам нужно? Во-первых, нам нужно ненужное продать. Что во-вторых? Приятное дело со скальпелем хранилища. А во-вторых, нам нужно с вами взять заданица. Понять, куда мне идти. Искусство требует жертв, но не от вас. Это просто блок в клетке. Борок. Я Дмитрий фон Харвершот. Я искатель истины. Я снимаю документальный фильм об охоте. А тебе? Ты ловить дер? Монстр Зир, пока я буду засыпать мой рождественский комментарий. Я поставил клетки. Найди их. Окей, 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 у нас американец. Америка, американец. У нас до хера здесь задание. Ну блин, нам яйца нужно поискать. Что нам только не нужно найти? Они хоть раз... А, да, они разбросаны по карте, я понял. Здесь у нас что? Так, в той стороне. Ага. Так, дикая редкость. Это здесь хорошо. Убить зашкварны с пары, скагов альбиносов, сила привычки. Хорошо, давайте тогда вот это. Дикая редкость. Чё? Не понял. Убивайте розовых бокоро. Розовых. Убивать бесхвостных скальвов. Убивать двуногих дрифтеров. Убивать скагов-альбиносов. Убивать зашкваренных споры. Споры имеются в виду зелененькие хуевинки летающие. А почему мне именно сюда куда-то показывают? Так, я вижу дрифтеров. И короче, я понял. Было привычки. Берем машину и полетели. Машину, я так подумал, короче, возьмем мы с вами электрическую. Чисто из... Ой, да, электрическую. Я думал, либо кислотная, либо электрическая. И я остановился на электричестве. Пускай это маленький урон. Но он очень постоянный. Ля, они мне не дают подойти к машине. Автоматическая турель готова к стрельбе. Она мне мешает. О, так моя пушечка ее сама разнесла, ни хера себе. Да она может. Так, окей, тогда берем машину. Будем сейчас ездить с вами еще эти искать. Коррозия, электричество, заново телепортироваться. Но огнемет, мне кажется, был бы хуже. Шок. А, смотри, так это можно еще плюс апать. Я убить этого не могу. Ясно. Так, что выпало? Зажигательная бомбочка. Не, ну смотрите, ну блин.
и то дерьмовое на самом деле. А то, что мне придется сейчас бегать еще искать яйца, это вообще зашкварно. Ладно. По ходу игры разберемся, думаю. Я ж могу ездить по... Да, могу. Значит, все отлично. Давай, давай, давай. Ох, как разносят их. Пипец. Не, все-таки там урон жесткий от электричества. Но с него еще попробую попасть. Мне сюда можно? Да, мне сюда можно. Угу. Вот о этом вот я и говорю. Что делаешь? Так, готово. Так, здесь у нас ничего не валяется. Ой, я там вижу сундук с железякой и вижу яйцо. Отлично. Мне легче релии. У них щит странно работает. Типа, он, хотя даже не закрытый. Ну, типа, не закрывается щитом. Но я не могу пробить. Тебя и меня типа это триггерит. Типа какого хера? Где яйцо я тут видел? Так, далее. Ну, мне кажется, это DLC будет довольно долгое. Странное место для ловли. Долгое и только из-за одной вещи. По причине какой, я хотел сказать. Мордоплюй. Ну, видите, они типа разносят жестко, если попадают на тело. Вот, в голову попал, все, криты летят. Ну, именно от молнии. То есть это все тоже хорошо работает. Вот, зашкваренный. И видите, все, я в голову ему попал, и все, я чисто убит. Так, а меня сейчас засчитывают, я надеюсь, в задании то. Убивайте редких существ по просьбе кровожада. Убивай розовых покаторов. Убивай бесконечно... Так, ну я шу... Зашковые споры.
Двухногих. Походу это очень редкий просто. Ладно. А мне так туда не попасть. Походу мне так туда не попасть. Так, хорошо. Что по карте? Мне туда, походу, только так заходить нужно. Ладно, погнали тогда так. Может, где-то потом дальше найдем еще транспорт, который мне поможет. Ой, привет. Ой, ой. Милочка, поздоровайся с гостями. Еще один убит из турели. Ой, ой, ой. Опасный, опасный. Ну, я понял, вы жесткий, да. Знакомьтесь с моей подружкой. Всё. Хорош, турелька. Не, они меня жестко пробивают. Нужно было идти в другой DLC. Где немножко попроще все это дело. Сюда не. Чао, Ливидерчи. Там ни хера нету, оказывается, все. Меня обманули, я сюда зря пошел. Не, дробовик помогает все-таки. Вот дробовик помогает. Остальное все фуфло. Ладно, что придумываем. Камни падают с небес. Да серьезно, что-то падает. Вот тут еще есть. Найс. Я трачу эриди, туда кидаю? Для чего? А, ну хотя бы по 4 оружки, знаете, в этих ящиках валяется. Нужно, главное, смотреть насчет яиц. Вот что. А, все подобрал. Думаешь, что уже за бред какой-то. Короче, нужно только редких убивать, искать. Полетели. Не могу туда попасть. Попасть, блядь. Сейчас будем на обход все делать, смотреть. Так, а что у нас в той стороне? Там уже тоже, да, была миссия какая-то дикая редкость. Давайте туда поедем. О. Жалко, что я на машине собирать сразу не могу.
А яйца. Азартная точка жизни. Начало самотворения. Кроме всего прочего, очень вкусная штука. А, тогда же можно, видите, именно во врага не стрелять. Она их все равно разносит. О, мод, нихера. Давай, железяк. Так, сейчас вот это посмотрю, что за херня. Да, такое. О, тут рычаг есть. Вот снова, скорее всего, какое-то будет задание связано с рычагами. Потому что они сейчас не активны. Так. Насчет этих яиц мы будем все лутать. Ну, их всего уже 8 мы собрали, на, считайте. Все равно будут места, куда я не смогу, по идее, попасть. Это которая редкая? Или нет? Это редкая которая или нет? Да, это которая редкая. Отлично. Отлично. Да, все-таки, может, зашкваренного мне нужно спорика было убить. Поехали. А, я вспомнил, что с той стороны. Ладно. Сейчас. Здесь все сначала рассмотрим, пойдем туда. Так, вот это у нас. Блин, я не понимаю, двухногие. Это болотный дрифтер. Мне нужен двуногий дрифтер. Так. Вон я сразу еще один вижу. Оп. Хорошо, что они хотя бы подсвечиваются. Так, где я тут яйко видел? А, вон яйко. О, Маш, давай! Не стопорись. Жизнь на Пандоре стоит дешево. Искатель хранилища собирает яйца, словно шарик. Но кто держит победу в этой игре? Где ставка? Сама жизнь. Может, яйца не шарики, а совсем другая шарообразная метафора. Жизнь такая сложная штука. Так, ну все, походу в этой стороне я все облутал, то что можно было. Let's go на другую сторону. Надеюсь, на той стороне тоже у меня будет машинка. У нас еще плюс есть переход в другую локацию. Это по миссии. Я еще вот могу наверх зайти. Не, конечно, заберусь, посмотрю, может там тоже яйцо спрятано, кто знает. Пистолет. Ну, значок Пандоры. Эх, 4 штуки здесь. Не, все-таки мне вниз нужно.
Все-таки нужно вниз. Так, потом мы туда пробежали, там у нас были камины, да? Нет, там не камины были, там были какие-то другие чудики. Там были какие-то другие чудики. Так. Мне бы машину взять. Где-то. Ну что-то я не вижу нигде, где можно машину взять. А на своих двух мне как-то стрёмно добираться. Слишком опасно. Слишком опасно, нужен транспорт. Так, вижу, еще одно яйцо подсвечивается. Огромная корзина. Ну видите, эти что-то не агрессивные, тут аж. Дихарь охотник. Дихарь. Или вот эту клетку. Клетки стоят в городе охотников. Жестокость и безликого воина искателя хранича, ты должен так заманить Дермонстризер. Заманить, а где он? А, найс. Да, сейчас займусь, подождите. Нихера здесь не блутав, по. Ебись, пожалуйста. Ладно. С стороны лодок залезем. Изи. Тут тоже, да, нужно? 23 нужно. Может, с ними не драться, просто пробежать? Вариант. Довольно хороший вариант. Снайперка, штурмовая, граната.
Так, хорошо. Все, тут больше ничего нету. Кайф. Я сюда пришел ради ничего. Ладно, что у нас по инвентарю? Что у нас по инвентарю? Так, реликвии. Молния, восстановление, улучшение времени восстановления навыка. А у меня патроны для снайперской винтовки 18%. Ого. Улучшение времени восстановления. Линия фронта, находка, часовой, ускоряет восстановление активного навыка. Так, штурмовые винтовки, емкость. Ну, у меня там тоже, кажется, все на снайперку. Да? У меня на снайперку ведь? О, нужно бомбу поменять. Нихера там задержка. Ладно, пускай будет. Да, у меня емкость, типа... Так, я вижу только смысл туда пойти. Ну и смысл, по идее, в той стороне. Все. И все, тут больше ничего нету. Такого. Ради чего тут можно помучиться, побегать. Плюс тут даже яиц, кажется, нету, которые нам нужны. Видите, тут херня в том, что враги, типа, багованные. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Не надо на меня нападать. Из-за того, что я не такой, как вы. Или подождите, или тут яйцо было одно. Дар монстру таращится на искатель хранилища, а искатель глазеет в ответ. Никто из них настоящий монстр? Орок? Так, приманить, поймать Дэнсментерс. Ладно, вперед. Главное, чтобы он меня не ваншотнул. Идешь? Эй, куда побежал? Вот сука. Моя активка отлетела. Манать. Это жесткие, жесткие. А теперь заново его сюда приманивать. Найс. А по воде хер приманишь, да? Давай, деда. Дер монстрозитатор. Поехали. Давай, пошли.
Давай, давай, давай. Клетки зверь пытается вырваться, но на свободу проклятый только искатель хранилища. Твою же есть судьбу, но... Майнфрай. Все. А, ну ладно. Я не видел. Стой, мне нужен розовый, да? Кажется, нужен розовый. Борок. Ладненько, что у нас дальше там? По заданиям. Дикая редкость. Розовые яйца. Дело привычки. Так, в той стороне, да, я еще не был. Ну, то погнали в ту теперь сторону. А нет, там вон есть, кажется, все-таки одно яйцо. Все-таки мне не показалось. Красавица моя, поздоровайся. Побежали. Забрали, побежали. Так, вижу еще одно яйцо. Да, все-таки яйца здесь тоже разбросаны. В этой части. Я думал, только уже только на той стороне. Внимание, вы вошли в запрет. Тише, тише. Внимание, я вижу локацию. Мне нужна не корзина, а зашкваренная. Место сколько у меня в инвентаре? 4 предмета. Ой, ладно. Пистолет в руки, побежали. О! А это шоковый. Ну, блядь, дай пробежать. Да, запрос туда могу просто спрыгнуть, да и все. Еще вижу одно яйцо. Еще плюс одно яйцо. Что это за луч смерти? Дальше. Давайте направо. Да, какая-то кислотная долина. О, что-то вижу. Или это просто вода? А, это просто вода. Двадцать пять. Какие-то тотемы непонятно зачем. Ходим по воздуху. Ух, ладно. И все.
ради сундука и жертвоприносительного тотема я сюда пришел. Круто. Круто, круто, круто. Можно вернуть. Так, если вниз упаду, я сдохну, да? Так, не подходите, не подходите. Осталось добежать обратно. Можно заканчивать серию. Ну, да, что-то какие-то не очень DLC-шка пока что. Ну, так сильно меня еще не впечатлило ничем. Пока что фиговенько. Так, стоять. О, розовый яйца, за дикая редкость. Убить бесхвостых скальков. Скагов альбиносов. Зашкварные споры. Ой, чё я туплю? Убью, убью, убью! Ладно, побежали. Ну и что это за хрень? Какого черта? Какого черта на меня колдун? А, все, патронов нету, найс. Пуль. Ку-ку. Колдун-вампир. Уйдите в жопу с этим DLC. Как-то оно ебануто. А, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.